Всем привет, добро пожаловать на мой канал, с кем мы еще не знакомы, меня зовут Алексей, и сегодня у нас с вами будет распаковочка моего заказа по 9 каталогу Oriflame, поэтому если вам интересно, что заказал я и мои клиенты, оставайтесь со мной до конца и всем приятного просмотра. Ну, с чего начать? С того, что у меня заказ ровно на 150 баллов. Тот, кто в теме, тот поймет, о чем идет речь. В Oriflame и в Faberlic'е есть бальная система, от которой зависит там кое-какие нюансы. В общем, друзья, давайте об этих нюансах сейчас по порядку и поговорим. Ну вот сразу хочу сказать, что я так понял, что если я делаю каждый каталог на 150 баллов, то у меня есть возможность приобрести с 50% скидкой аромат. Правильно сказал, на самом деле 50% скидки можно получить не только на ароматы, а на определенные продукты, которые представлены в каталоге в этом спецпредложении. То есть нужно делать 150 баллов. Вот, поэтому у меня 150 баллов, я заказал Excite. Это уже, друзья, не Дима Билан. Почему-то очень многие по инерции называют его Дима Билан. К сожалению, вот мне эта информация совсем не понравилась. Компания Oriflame расторгла договор с Димой Биланом, потому что он ведет асоциальный образ жизни. То есть человек настолько поднял этот аромат, да, поднял продажи, и потом они его, я считаю, кинули. И теперь это аромат просто Excite, а по инерции он продолжает пользоваться бешеной популярностью, потому что люди думают, что это Дима Билан выпускает замечательный аромат. К сожалению, вот такая жизненная несправедливость. Кто со мной не согласен, пишите ваши комментарии, поспорим. Дальше у меня в заказе два мужских аромата, которые шли по акции. Кто смотрел мой обзор каталога? Мне очень сильно понравился вот этот цитрусовый аромат. Я его очень сильно прям захотел. Я его заказал пробник. И они шли по акции. Если заказываешь два, то будет скидочка. Поэтому у меня два аромата. Протестирую оба аромата, дам свой отзыв. Поэтому ждите на моем канале, обязательно расскажу. В общем, со скидкой они по 5000. Ну, еще скидка представительская на них. Получается, они там что-то вышли около... Не помню, сколько, надо будет посмотреть. Вихоточка на заказе. Кстати, вихоточки недорогие. По-моему, 700 тенге. Есть черная, есть вот такая вот. Поэтому рекомендую, заказывайте. Это, друзья, маска. Не могу понять, жидкая она или тканевая. На заказе не помню, сколько она стоит. Это что у меня? Это, знаете, вот эта вот перчатка черная я заказал. Я заказал вот такую вот черную перчатку для мытья. Ну, то есть, типа та же вихотка. Такой у меня, знаете, ароматный в этот раз заказ. Люсия, друзья. Люсия. Я знаю, что этот аромат очень популярный. И у меня в заказе аж целых 3 штуки. Они сейчас 7400 стоят. Кстати, если вернуться к сайту, не сказал, на сайте, в каталоге, вернее, этот аромат стоит 8000 тенге. Вот, ну не знаю, будет ли еще какие-то скидки. Напишите мне, пожалуйста, кто давно занимается Oriflame'ом, будет ли еще какая-то цена на него дешевле, то есть, ну где-то 1007 или 6500. Или это уже окончательная цена, и она уже давно и бесповоротная. Вот, поэтому буду ждать ваших отзывов. Вот видите, Люсия, например, она 7500 стоит. 7500, тоже хорошая цена. Ой, люблю, когда заказывают ароматы, сразу можно поднять свой заказ до нужного количества баллов. Тушь для ресниц на последней страничке по 1000 тенге. Это просто бомбезная цена, друзья, рекомендую. Заказывайте. Ну, говорят, тушь классная. Не знаю, ничего сказать не смогу. Еще не тестировал, не могу ничего сказать. 3 штучечки. Так, дальше. Дальше это косметические спонжи. Тоже не помню, какая у них цена. Треугольные 4 штучечки. Они идут в упаковке. Прикольно. Так, это у меня подарок. Подарок по шагам. Можно было выбрать или женский, или мужской аромат Eclat Homme. Ну, понятно, друзья, понятно, что я себе, естественно, выбрал мужской аромат. Вот.
По-моему, насколько я знаю, он аромат тоже очень популярный, очень ходовой. Не знаю, есть ли у меня сейчас пробник на него. Посмотрим. Я, конечно, сначала хочу попробовать пробник. Если мне пробник понравится, то я оставлю себе аромат, потому что хочется что-нибудь нового, свежего, интересного. Вот. Ну, поэтому пока он мне достался в подарок. Не знаю, за сколько денег. В общем, за сколько-то. Так, дальше. Что это у нас? Это у нас... Сейчас я прочитаю. Это у нас шампунь. Шампунь для волос. Тоже он у меня на заказе. Я еще пока плохо ориентируюсь, что, для чего он, друзья. Ну ладно, не будем на этом заострять внимание. Самое интересное, конечно же, внизу. Это еще, по-моему, масочка для лица. Да, маска для лица вот такая вот. 10 мл на один раз. Не помню, друзья, сколько, какая у них цена. Застрелите меня, не помню. Еще одна тушь по 1000 тенге. Так, что у нас здесь? Карандашики. А, это двухсторонние карандашики. Двухсторонние карандаши. Ой, колпачок отпал. Аккуратно. Не поломать бы их. Ну, тоже, наверное, при транспортировке, да? Так, это у нас помада. Это помада, которая пришла мне в прошлом каталоге. Она должна была прийти мне в подарок, но ее не было на складе. И, ну, как говорится, понемножечку учимся, понимаем. То есть, если этот подарок не был вложен в прошлый раз, то его вкладывают в этот раз. Он был зарезервирован, что очень приятно, мне это нравится. Смотрите, что, колпачок валялся. Ну, естественно, вот, друзья, первый косяк мой в Орифлейме. Посмотрите, что случилось. При транспортировке колпачок слетел, и карандашик пришел вот в такую вот негодную, некрасивую форму. Ну ладно, у меня уже опыт работы с клиентами есть по таким проблемам. Будем что-то думать и решать. Ну и еще одна у меня помада. Это на заказе. Друзья, ну вот, в принципе, и все. Вот такой вот у меня получился заказ на 150 баллов. Впереди следующий, 10-й каталог. Ждите мой эксклюзивный обзор на моем канале. Не пропустите, если вам интересно, что же приготовила компания Орифлейм в следующем 10-м каталоге. Ну, а у меня на этом все. Спасибо большое, что досмотрели это видео до конца. И до встречи в следующих видео. Всем пока-пока. Пока.